Сегодня в России День космонавтики – это больше, чем просто рядовой праздник. Юбилей. Именно 55 лет назад Юрий Гагарин покорил космос. И сегодня в Углегорске праздник проходит под девизом «Подними голову». Ведь именно здесь, над нами, расположены главные космические ворота страны. Космодром «Восточный» впервые встречает легендарных космонавтов. Валентина Терешкова и Алексей Леонов, прилетев в Углегорск, первым делом возложили цветы к памятнику своему другу и коллеге Юрию Гагарину. Ну а сегодня это исключительный день. Понимаете, мы сами даже не осознаем, это начало совершенно новой эпохи. Мы прилетели на свой родной космодром, где нам никто не укажет, когда пускать, сколько пускать и зачем пускать. Мы сами будем пускать. Перед гостями выступили танцоры, а дети запустили в небо воздушные шары, как символ космических достижений. Гости не забыли и об отце отечественной космонавтики и возложили цветы к памятнику Константину Циолковскому. Он стоит у местного культурно-досугового центра. Внутри гостей уже ждут школьники. Терешкова – это первая женщина в мире, которая была космонавтом. Леонов, он первым продержался в открытом космосе 12 минут и 9 секунд. Известные космонавты наградили победителей конкурса рисунков, а после раздавали всем желающим автографы. Рамочку поставим. И вот, да. Да, и то есть покажем, то есть на место, скажем так. И в Инстаграм. Классно, что как бы мы повидались с этими людьми, что как бы они нам расписались. И вот, да. Были у нас автографы с ними. Круто. Знакомство с новым российским космодромом еще впереди, но гости уже сделали вывод – Восточный построен в подходящем и удобном месте. Это место для людей, природа. 300 тысяч в году, 300 дней в году солнечных, правда и в Казахстане тоже солнца много, но там много песка. А здесь нормальные дожди, здесь нормальная погода. То есть здесь надо окапываться на всю жизнь. Но Восточный, он нашинский, поэтому здесь большая, и мы надеемся, удачная и счастливая жизнь космодрома Восточный. И что он по-настоящему станет нашей космической пристанью. Празднование Дня космонавтики в Углегорске завершилось концертом. Перед гостями выступили не только амурские коллективы. Легендарная группа «Земляне» исполнила песню, которая стала гимном покорителей космоса. Антон Сильвоник, Степан Юдинцев, Альфа-Новости.